говорили о политике, о Мангерштерне и так далее. Жаль, конечно, жаль этих детей, которые окунаются в эту грязь. Дело в том, что человеку нужно говорить о том, что существует все-таки, существует радость другая. Это радость просто того, что человек живет. Что не может эта радость, которой ты живешь и ты ее ощущаешь, она не может замениться синтетической радостью. Синтетическая радость, она недолгая. Алкоголь – это синтетическая радость. Наркотики – это синтетическая радость. Многие на это подсаживаются, и потом их, они даже не понимают, что радость жизни может тоже увеличиваться. Как это все устроено? Когда человек живет, он же не обучает себя, что ему нужно радоваться. А если обучать себя, что нужно радоваться, то тогда все начинает приносить радость. Какие должны быть школы? Дети во время первого занятия в школе должны говорить: «Я получаю радость от того, что я в одежде, я получаю радость от того, что я кушал, я получаю радость от того, что у меня есть мама, папа, я получаю радость, что у нас нет войны, я получаю радость, что у меня есть возможности обучаться, я получаю радость, что у меня есть эти знания, я получаю радость, что я могу заниматься, я получаю радость, что у меня есть желание прыгать и скакать, я получаю радость, что есть на улице погода». Вот этому нужно обучать. Тогда люди будут целой системой расти, они будут расти счастливыми. У них радость будет.